На конкурс дети читают стихи. Солодовникова Полина, 10 лет. Владимир Высоцкий, «Братские могилы». На братских могилах не ставят крестов, и жены на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты. Горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, и жены на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают.